Более 2 месяцев пляжи Пинска пустуют, и сотрудники спасательной станции работают уже в не том напряженном ритме, как летом. Ежедневно, в будние и выходные. Им нужно было вести свою вахту на 2 городских пляжах и выезжать по первому тревожному звонку. Практически все спасательные миссии заканчивались благополучно. И в этом купальном сезоне помощь была оказана всем, кто терпел бедствие в зоне действия спасательной станции. Но на других водных участках трагедии избежать не удавалось. Один случай произошел в начале марта. 7 марта группа мужчин отмечали Международный женский день, 8 марта, ну понятно, потом пошли по домам, и один из жителей города Пинска домой не вернулся. И через месяц и 3 дня его тело было обнаружено, работники участка Днепробузский водный путь обнаружили возле деревни Кожан-Городок в реке Припять. Предполагаем, что, наверное, где-то упал в реку в районе городища, там возле моста, ну течением его, наверное, унесло тело аж на такое расстояние. Всего в Пинске с начала года зарегистрировано 4 утонувших. В прошлом году их было 3. И это самый низкий показатель за последние несколько десятков лет. А ведь бывало, в городе фиксировали более 10 жертв воды. Сегодня, рассказал Юрий Пичугин, спасатели обеспокоены общей статистикой по Брестской области. Если вот взять даже статистические данные, по Брестской области, ну так, примерно проживает около 2 миллионов населения. Примерно столько же проживает и в Минске. Но вот в Минске всего лишь 24 утонувших, и детской смертности, к счастью, там нету. По Брестской области 70 утонувших, и из них 7 детей. Казалось бы, практически одинаковое количество населения, наверное, одинаковые люди, одинаковые профессии, наверное, одинаково отдыхают возле водоемов. Но вот почему такие данные? И вот это стало присуще почему-то последние 2-3 года. То, что в Пинске удерживается положительная тенденция, это результат большой профилактической работы, выступлений сотрудников освода в коллективах и средствах массовой информации, обучение граждан правилам поведения в случае, если человек тонет, предупреждение о безопасном поведении на воде. Снизилось количество вообще нарушений. Наверное, наши жители прислушиваются к рекомендациям, которые вы скажете, свод, к той статистике, которую мы рассказываем. И вот даже за последние 5 лет, ну, намного меньше. Даже смотрим по... Нет уже случаев переплывания реки. Раньше были случаи, что на баржу сбирались ребята, понятно, в подпитии. Ну и количество граждан, которые находятся в нетрезвом виде на пляжах, тоже значительно уменьшилось. И сегодня забот у сотрудников спасательной станции достаточно. Купальный сезон завершился, но в осеннюю пору немало хлопот спасателям доставляют любители рыбалки. Особенно те, кто выходит на лодке в нетрезвом состоянии и нередко оказывается в воде. Здесь важно успеть вовремя, иначе последствия могут быть самыми плачевными.